И вновь всем здравствуйте и добро пожаловать на очередной день чемпионата Европы по велоспорту. Мы с вами в голландском Алкмаре, где в ближайшие два часа будем наблюдать за элитной мужской групповой гонкой. Заключительный вид программы чемпионата Европы. Все сильнейшие гонщики планеты. Не планеты, все-таки Европы, да, но... Как правило, это практически одно и то же, за редким исключением. Исключением колумбийцев, американцев и еще нескольких неплохих гонщиков, представляющих страны не европейские. Но в целом сегодня, наверное, тот день, который больше всего ожидался по ходу всего чемпионата Европы. И то, чего больше всего ожидали от... этого соревнования в целом. Кокар, Демар, Мерлир, Филипсон, Трентин, Вивиани, Груневеген, Тёнесен, Акерман, Месгетс. Выделяют нам главных фаворитов. Блайт, Кевендиш, Лоулес, Маклейн. Уж с британцами совсем переборщили. Мёрков, Кристоф, Беннет, Номелла, Райм, Льепинш. Ну, такой расширенный список фаворитов все-таки. Очень расширенный, я бы даже сказал. Но ряд из них уже выбыло из борьбы, поскольку с самого начала сегодняшнего этапа мы увидели достаточно жесткую борьбу. Вчерашний ветер, который сносил буквально все вокруг, добрался до местного стадиона в Алкмаре команды под названием АЗ и снес крышу. Представьте себе, слава богу, никаких событий спортивных там не проходило, но такой был сильный ветер, собственно, мы вчера это и наблюдали, что... крыша стадиона не выдержала и обрушилась на трибуны. И при этом, смотрите, ни вчерашняя женская гонка, ни сегодняшняя мужская. Даже и не обдумывался тот вариант, что она проводиться не будет. Дилан Груневеген, безусловно, один из главных фаворитов сейчас на наших с вами экранах. Плюс еще и местный гонщик... представляющий Голландию. Арно Демар тоже заслуживает внимания, как и Элия Вивиани, который находится сейчас на первом плане. Майки итальянская команда, он лидер итальянской сборной. Вчера его спутница, его девушка Елена Чикини заняла второе место, принесла серебро итальянской сборной, но сегодня уже сам Вивиани отправляется в бой добывать новые медали для этой велосипедной семьи. Ну а сейчас давайте посмотрим, как выглядит маршрут этого чемпионата Европы. Ну, практически никаких холмов тут нет, абсолютная равнина. Большой круг 46 километров, а затем 11 кругов стандартных в районе Алкмара. Включаемся мы в режим прямого эфира за 83,5 километра. Видимо, что итальянская команда работает впереди. Ну, это Еспер Филипсон, спринтер бельгийской команды, который неожиданным образом сейчас стал главной ставкой этой сборной после того, как Тим Мерлир, великолепный финишер, циклокроссовец, который в этом году уже не один раз выигрывал спринты у всей мировой элиты спринтерской. Вот он, к сожалению, получил прокол в момент, когда были эшелоны. Очень неудачной ситуации. И сейчас находится в районе 3 минут позади основной группы, и вернуться уже будет проблематично. Таким образом, неожиданным лидером сборной команды Бельгии становится Еспер Филипсон. Ну, собственно, сейчас пару минут назад он у нас на экранах и фигурировал. Британская команда. Вместе с итальянской сейчас контролирует ход гонки, но
У британцев было сообщение сегодня, что именно Кристофер Лоулес станет главной ставкой на эту гонку, а вовсе не Марк Кавендиш, который тут тоже присутствует. Но я думаю, они будут ориентироваться по ситуации. Все-таки есть находящийся в неплохой форме также Адам Блайт. Присутствует Дан Маклей, неплохой финишер. Есть и Конор Свифт. Не путайте с Беном Свифтом. Конор Свифт все же не финишер. Он экс-чемпион Британии. Так что в целом у британцев крепкая команда. Но вот одного единственного мощного финишера, который все усилия сборной сумел бы превратить в результат, наверное, не хватает. Таким человеком мог бы и должен был становиться Кавендиш, но мы видим, что Кэв пока далек от своих оптимальных кондиций. Хотя, кто знает, этот человек никогда не перестает удивлять. И вспомните Тур де Франс 2016 года, когда мало кто от него ждал такое прыти, а он выиграл 4 этапа. Когда, казалось бы, уже пришло новое поколение, и все Кэва списали со счетов. Ну, сегодня в его перспективы верится, правда, еще меньше, чем тогда, в 2016-м. Но тем интереснее будет понаблюдать за тем, как будут складываться события. У голландцев хорошая команда. Тут, безусловно, и поддержка у Груневегена присутствует. Полностью их состав: Кун Боуман, Дилан Груневеген, Себастьян Лангевельд, Томас Лизер, Эльмар Райндерс, Рамос Инкельдам, Майк Теннессен и Дилан Ван Барли. Очень хороший состав. Вот, кстати, сейчас именно Ван Барли на наших с вами экранах. Великолепный поезд под развоз Груневегена. Ну и сам Дилан, конечно, обладает очень-очень хорошими спринтерскими качествами. Группа прилично просилась, и мы видим, что все сборные практически потеряли хотя бы по несколько своих помощников. Вообще первая группа сейчас стоит, наверное, с гонщиков 50-60. Но много различных стран тут пока еще фигурирует. Вот очередной круг завершается, и 7 их остается до финиша в данный момент. Если говорить о поезде Илье Вивиани, то тут в целом, на мой взгляд, самый сильный подбор гонщиков: Давиде Балерини, Давиде Чимолай, Симона Консони, Андреа Паскуалон, Сальваторе Пуччо, Фабио Сабатини, Матео Трентин и Илье Вивиани. Есть и хороший разводящий Трентин, Консони. Трентин сам часто спринтует, Консони часто выполняет роль разводящего Фернандо Гавирии в команде Emirates. Кстати, Консони в будущем году будет развозить Илью Вивиани, и будет это в Кофидисе. Ну вот Сабатини тоже всегда считался очень сильным развозящим, но в этом году пока далек от своих оптимальных кондиций. Вот на туре Польши, если честно, не впечатлил. Там он развозил голландского финишера команды Дикёнинг Квикстеп Фабио Якобсена, но настолько плохо это дело, что на третьем этапе даже команде решили, что последним колесом лучше станет Боб Юнкельс. И действительно получилось лучше. Якобсен тот этап выиграл. Правда, затем получил дисквалификацию. Вот этого человека, я думаю, вы все хорошо узнали. Это Александр Кристоф, один из лидеров сборной команды Норвегии, даже, наверное, главная ставка. Хотя есть еще Хальворсен, но я думаю, что Кристоф, обладающий большим опытом, и особенно большим опытом однодневных гонок, тут будет главной надеждой сборной Норвегии. Есть неплохой разводящий у него Бистрем, есть еще Хольгард, Скарсет и Расмус Тиллер. Такой состав норвежской сборной. Несколько странно выглядит подбор французов: Кокар, Делаш, Демар, Дюваль, Годан, Легак, Пети, Сенешаль. Но учитывая, в каких кондициях находится Сенешаль, и вспоминая Адриатика Ионика гонку, где Сенешаль великолепно развозил Альваро Ходжа,
Я думаю, что у Демара сегодня с развозом все будет в порядке. Если честно, я исключаю варианты, при которых Кокар будет главной ставкой, кроме каких-то форс-мажоров. Я думаю, что полностью на Демара будет сфокусирована работа. Тем временем небольшая механическая поломка у Кристофа. Я думаю, что сумеет он сейчас вернуться в группу. Темп на данный момент не такой большой. Ну а вот что касается Мерлира, действующего чемпиона Бельгии в групповой гонке, конечно, его потеря несколько обидна, потому что хотелось посмотреть на то, как он будет спринтовать вот на таком уровне. Но ничего не поделаешь. Обидно в большей степени из-за того, что отстал он не самостоятельно, не прозевав атаку, а получив прокол. Опасная ситуация сейчас для Алекса Кристофа, но пробивается он сквозь караван техничек, параллельно успевая немножко посидеть за ними. И в ближайшее время должен вернуться в основную группу. Кстати, удивительно, что никого за Кристофом не опустили, хотя вроде как у норвежцев еще кто-то оставался в пелотоне, но, видимо, считают, что сам спокойно вернется, и смысла в этом особого нет. Британцы продолжают диктовать темп, тут, кстати, и немцы подтянулись. Нашел техничку своей сборной, за ней посидел, поехал дальше. Так вот, что касается немцев, давайте о них пару слов также. Потому что, безусловно, на спринтерских однодневках Германия всегда была очень-очень сильной командой. Паскаль Акерман, Нико Денц, Йонас Кох, Марко Матис, Андреас Шиллингер, Михаэль Шварцман, Рудигер Зелик и Дастин Вулф. Но тут все именно так, как и должно быть. Акерман и его развозящий Зелик на месте. Это уже дает Германии очень неплохие шансы сегодня бороться за высокие позиции. Вроде как Акерман в группе, и с ним никаких форс-мажоров не происходило. Сейчас не очень мне нравится, как Кристоф едет, потому что активно обгоняют его технички. При том, что в основной группе темп-то очень неплохой сейчас, и никто его ждать и останавливаться не собирается. Итальянцы и британцы все так же уверенно работают впереди. Ну вот кого мы еще не успели представить. Давайте полный состав бельгийской команды назовем. Кёйкелере, Лампард, Мерлир, Нассен, который Лоуренс Нассен, Филипсон, Рикард, Тёйнц, Вергарде. Ну, не знаю, я бы, если честно, разнообразил несколько состав сборной Бельгии. Я тем же Филиппом Жилбером. Может быть, сам Жилбер отказался, может быть, не предлагали ему какую-то альтернативу хотя бы. Потому что при текущем подборе слишком много зависело от Мерлира. Но вот Филипсон опробует выполнить его роль. Но тот же Лампард может какую-то позднюю атаку выдать. Это, в принципе, реально. Хотя изначально, когда все посмотрели на маршрут, то многим стало очевидно, что сегодня вряд ли возможен какой-то иной сценарий, кроме как спринт.
Но уже группа просилась прилично, хотя это все на равнине, это все при боковых ветрах. Плюс тут очень опасный поворот, на который на высоких скоростях проходится. И таким образом тут может еще и не совсем естественным путем отрыв образоваться, если будут какие-то заторы, поломки, падения. Ну а итальянская команда совершенно Кристофа, похоже, не уважает. И несмотря на то, что тот из-за механической поломки был вынужден догонять, сейчас завинтило резко там впереди. Ну и вообще скорости впечатляют сегодня. Сразу бросились вперед. Вообще ветер не такой сильный, как был вчера. Но он, разумеется, присутствует, как и на протяжении всех гонок, которые тут проводились, начиная с юниорских гонок с раздельным стартом, заканчивая вот сегодняшним видом. Ну и вот, смотрите, там уже начали образовываться эшелоны, там уже разрывы, и итальянцы продолжают уничтожать эту группу и на части ее буквально разрывать. Но как же за Кристофом-то никого не опустили? На кого еще норвежцы могут рассчитывать? Ну да, есть Хальворсен, но мне кажется, надо было отдать все-таки какое-то должное Кристофу. Интересная ситуация. Надо посмотреть, кто вот в этой группе отстающих. Один из представителей Италии, кстати говоря, тут тоже имеется. Но при таком темпе Кристофу догнать будет очень тяжело. Классная гонка. Видно, что несмотря на то, что полная равнина, огромное количество сил придется каждому потратить, чтобы добраться до финиша в первой группе. Возвращаемся мы с вами в Алкмар. 71,5 километра до финиша остается. Вот на этом небольшом городском участке вновь подсобралась у нас группа. Похоже, что и Кристоф вернулся. Хотя тяжело сказать, как много сил он потратил на то, чтобы обратно в эту группу переложиться. Я думаю, что достаточно много. Тот брусчатый участок, который проходит по обочине. Заборы ставить не стали, видимо, подразумевая, что брусчатка тут не должна играть какой-то роли. Но зато тут роль играет другое препятствие в виде ветра. Правда, как уже правильно замечали, такое большое количество болельщиков вдоль обочины, такой небольшой живой коридор образует, который несколько прячет от ветра, но, разумеется, не полностью. Что касается других сборных, которые еще сегодня не успел представить. Большой состав у словенцев. Гроссель, Катрашник, Кумп, Мезгец, Давид Пер и Лука Пиберник. Ну вот Лука Мезгец в отличной форме находится. Два этапа на туре Польши он выиграл. Так что я думаю, что нужно за ним тоже внимательно будет наблюдать. От сборной Дании, видимо,
несмотря на достаточно большое количество гонщиков. Лидером должен стать Микаэль Морков. Ну вот Асгрен атаковал чуть ранее. Также есть еще Гоноры, Иверсон, Кароль Андерсон, Магнус Корт, Мац Педерсон и Мац Вюртс. Но в целом, кстати, и Корт может неплохо спринтануть в таких условиях. Ну, кстати, Мац Вюртс сейчас на наших с вами экранах по 62-м номеру. Про норвежцев уже говорили. У поляков ситуация несколько сложнее с спринтерами. Есть вопросы относительно их перспектив также. Но смотря на составы других сборных, сейчас постараюсь выделить еще кого-то интересного. Кого, может быть, не назвал, но чехов особо без перспектив. Что касается швейцарцев, то тоже не сказал бы я, что есть кто-то из хороших претендентов на попадание в медали. Сборная России представлена тут Игорем Фроловым, Владиславом Куликовым, Александр Порсев, Сергей Шилов, Мамыр Сташ, Антон Воробьев. Ну вот Порсев, в теории Шилов, те, кто могут спринтануть, но вряд ли могут побороться за тройку сильнейших. Да и вообще, если честно, я в этой группе сейчас представителей России не особо вижу. Вот ирландская команда, она любопытна. Таунсенд, Тегарт, Маккарти и Сэм Беннет. Беннет, безусловно, человек, который может даже выиграть. Но нужно, чтобы все здорово для него сложилось. И вот одна майка гонщика, представляющего Ирландию, в группе есть. Если это Беннет, то шансы, в принципе, сохраняются. У нас тем временем 6 кругов до финиша остается. Ну, а темп все выше и выше. Так, ну вот дальше. Что касается Словакии, то без Петера Сагана на этой гонке с его братом Джураем. Эстонцы. Вообще неплохой состав. Лас, Нису, Номела, Ряйм, Вентра и Кальф. Мне кажется, что может что-то получиться. В Латвии есть Льепинш, есть Нейландс. Но чуть-чуть посложнее профили, тогда были бы возможности у Скуинша того же, а так маловероятно. Украина представлена Виталием Буцом, Александром Головашем, Александром Полеводой и Андреем Василюком. От Белоруссии приехали Владимир Харакхавик, Сергей Попок и Василий Строков. Ну вот, кстати, Сергей Попок, в принципе, неплохой спринтер. Может быть, у него что-то получилось бы. Но, опять же, я гонщиков, представляющих Беларусь, первой группе сейчас не наблюдал. Из Литвы на Вардаускас и Сискевичус. Ну вот, кого еще можно отметить? Да, пожалуй, что все. Пришли к тому, что, наверное, Аккерман, Вивиани, Демар, плюс кто-то из пары Лоулас, Кевиндиш, плюс потенциально Кристоф, Филипсон также. Это вот, может быть, Беннет. Опять же, это список главных претендентов. И Луку Мисгетс я бы еще отдельно выделил.
Элли и Вивиани выглядят вполне спокойно, уверены в своих силах, уверены в своей команде. На колесе у Трентино располагается. Ну, а вот и французы подъехали. Сэм Беннетт тоже на месте. Вот он, представитель ирландской сборной. И словенцы тоже тут присутствуют. В частности, Лука Месгетс на месте и уверенно держится впереди. Сейчас ближе к хвосту из британской команды тут находится Габриэль Колай. Ну и в целом мы видим, что в концовке этой группы, состоящей от силы из 50 гонщиков, одни и те же лица оказываются, те, кто уже прилично устал. Ну а итальянцы как будто бы и не было 100 километров в ногах, а сейчас рвутся вперед и на каждом ветреном участке пытаются эту группу на части растерзать. Но, в принципе, Вивиани приезжать на финиш вместе с Акерманом и Груневегеном не очень хочется, и его можно понять. Если есть численное преимущество, если есть силы в ногах, то вот подобное рода ведения гонки ошибкой назвать нельзя. Ну и все, началось все сыпаться на мелкие части, начали образовываться не то чтобы эшелоны, я даже не знаю, как это писать, потому что эшелон обычно 2, 3, 4, а тут все рассыпалось на маленькие группки по 3-4 гонщика, и непонятно, как в дальнейшем будет эта ситуация развиваться, потому что это даже, без, по сути, без бокового ветра было, так как спрятаны были гонщики внутри города, и просто-напросто отказывают ноги сейчас у того же Эльмара Райндерса. Ну, кстати, не выдерживает такого темпа и Сальваторе Пуччо. Они выпадают из пелотона сейчас. В настоящую северную классику пытаются превратить эту гонку итальянцы. Но я не знаю, потянет ли сам Вивиани. Я бы не сказал, что он в этом году очень хорошо смотрелся на спринтах во время похода усталости. При усталости определенной, наоборот, он там иногда ошибался, но... Когда итальянцы обладают таким ресурсом, то, понятное дело, они пытаются это как-то реализовать. Техники Вивиани хватает, безусловно. Это опытный трековый гонщик. Между прочим, олимпийский чемпион Олимпиады в Рио в Омниуме. То есть в трековом многоборье. Но тут еще немного мотоцикл Трентино увозит и компанию. И все. Все развалилось на мелкие части. Но за 62,5 километра они... Рановато ли? Удержатся ли они такой небольшой группой? Хотя там, в принципе, да, догонять их будет группа не больше. У Лоулеса хорошая позиция. Он зацепился сразу же
за одним из итальянцев. Ну а тут все посыпалось и дальше. Месгетс перекладывается сейчас, Беннета нет. Акерман, по-моему, зацепился, но чувствует себя явно не идеально. Люк Роу, по-моему, тоже удержался, и помощник один у Лоулеса присутствует. Вот образовалась достаточно большая группа преследователей, ну и, наверное, именно такую гонку мы весь уикенд и ждали. Именно такого течения событий от мужского чемпионата Европы в группе нам и хотелось бы увидеть. Мне кажется, что все-таки должны эти группы еще объединиться. Хотя я бы не сказал, что очень организованно тут идет работа. Голландцы никак не могут собраться. По-моему, Груневеген прилично наелся и сейчас просто чувствует себя не лучшим образом. Ну и тут просто в одиночку пытаются переложиться. Никаких согласованных действий. А вот итальянцы выглядят очень уверенно. Конечно, опасно на такой скорости получать питание. Может вырвать вместе с рукой. Ну а Дан Маклей тоже не выдерживает. Тоже силы закончились у него и начинает отставать. Сегодня Маклей больше не помощник для британской команды. Немного успокоились, начали оглядываться, оценивать ситуацию. Но я не думаю, что итальянцы на себе до конца хотят 60 километров тянуть эту группу. Предпочитают они договориться и как-то слаженно начать действовать. Но пока они придут к какому-то консенсусу, их могут уже добрать. Хотя просвет сейчас приличный. И непонятно, кто и как сможет к ним переложиться. Голландцы развалились полностью. Никакой организованной работы на Груневегена даже близко нет. И все посыпались. Возвращаемся мы на дистанцию чемпионата Европы. Мужская групповая гонка. Тут о чем-то активное общение идет между Леви Виани и Каспером Асгреном. В хорошем настроении, по-моему, пребывают. Мне кажется, подшучивают. Общаются о чем-то. Мас Петерсон вот в этом формировании. 5 кругов до финиша тем временем остается. Но итальянцы на этом успокаиваться не собираются. Судя по всему, в первой группе из итальянцев Чималай, Трентин, Консони и Вивиани. Вместе с Паскалем Акерманом можно найти Руигера Зеллига, что очень важно, кстати, для него, а также Андреаса Шиллингера. От британцев остался только Лоулес, от датчан, как мы уже видели, Асгрен. И вот сейчас крупным планом видно Асгрена. Также присутствует Башка.
Сенешаль, единственный француз в этой группе, Месгет из Словении и Себастьян Лангевельд из Голландии. Ну вот, кстати, нам сейчас, наверное, покажут. А вот еще Ив Лампард. Тарантин, Кансони, Чимолай, Вивиани, Лампард, Сенешаль, Месгет, Сакерман, Теонессен, Лангевельд. А вот что-то я второго голландца не вижу в этой группе. Нет, Теонессена тут нет. Тут только Лангевельд. Асгрен, конечно, проводит великолепный сезон и вторым стал на гонке с раздельным стартом. Тут на чемпионате Европы, проиграв только лишь Ремко Эвенпулу. Ну, любители хайпа вокруг Ремко скажут, что Асгрен выиграл среди людей. Потому что Эвенпул выступает на совершенно ином уровне. В 19 лет парень выиграл Сан-Себастьян, чемпионат Европы. Но сам Каспер Асгрен, который тоже, по сути, проводит первый такой полноценный сезон в профессионалах, показывает невероятный прогресс и снова выглядит очень-очень достойно. Вот этого человека ни в коем случае недооценивать не стоит. Лука Мескетс, мы уже говорили о его великолепной готовности на туре Польши. Два этапа остались за ним. А вот и сформировалась группа преследователей во главе с голландцами. Вот бельгийцы подъехали. И норвежцы пытаются вести преследование, потому что, конечно же, Кристоф остался во второй группе. Ух ты! Бриан Кокар. Вот я смотрю, я прокола так и не вижу. Хотя переднее колесо может быть. Да. Не знаю. Ну, по крайней мере, его не в ноль спустило. Может быть, с переключением что-то. А может быть, просто он так наелся, что сил в ногах вообще не осталось. Ну, что касается Демара, то он во второй группе остался. При текущем формировании я бы сказал, что, конечно, Акерман и Вивиани два главных фаворита, Месгетс третий. Но при такой небольшой группе очень интересно, как будут сдерживать атаки. Тот же Сенешаль, Лангевельд, Лампард и Асгрен, они явно будут пытаться предпринять какой-то разящий рывок, а в принципе это не так много гонщиков в активе у Акермана и Вивиани, чтобы все эти атаки контролировать. В любом случае, конечно, очень интересно складывается сегодняшняя гонка, крайне любопытно за этими всеми событиями наблюдать. Лангевельд, разумеется, работать не будет, все-таки он держит в уме, что позади Груневеген. И если даже их догонят, ничего страшного для голландской команды не случится, а даже наоборот. Голландский музей сыра на наших с вами экранах был, сейчас нам показали.
Ну, вроде как организовали более-менее стабильную погоню голландцы и норвежцы в первую очередь. Тем не менее, 25 секунд сейчас преимущество первой группы. И пока продолжает расти. Но еще достаточно много кругов до финиша остается. И я уверен, что еще не все не кончено в плане шансов гонщиков, которые находятся вот в этом формировании, в группе преследователей. К центру Алкмара сейчас как раз и приближаются. Затем еще один небольшой кусок под сильным ветром. Он по брусчатке и подъезд уже непосредственно к самому финишу. И так еще 4 раза. Быстренько нескольких вопросов, которые поступают на Twitter. Есть ли на чемпионате Европы радиосвязь? Но я думаю, вы сами, наверное, обратили внимание, что никаких наушников в ушах у гонщиков не присутствует, радиосвязи нет. Ориентироваться приходится гонщикам самим, во многом поэтому гонки такие яркие получаются. Ну вот, кстати, наличие Лоулеса в группе это любопытно. И недооценивать его тоже не стоит. Он хорошим финишем обладает. Да, конечно, похуже, чем Аккерман, похуже, чем Вивиани с Месгетсом, но, тем не менее, британец в этом году победил в генеральной классификации тура Йоркшира. Поэтому и спринт, и умение терпеть при сильном ветре – это все при нем. 35 секунд уже сейчас. Трентин продолжает работать впереди. Но уезжают. Объективно уезжают. И, если честно, не похоже, чтобы преследователи сумели что-то с этим поделать. Смотрите, сами разваливаются. Сами работают не слишком организованно. И продолжают терять все больше и больше. Но на такой скорости очень тяжело выхватывать бачки. Аккерман не справляется сейчас с этой задачей. По-прежнему с ним тут Рудигер Зелик. А вот, кстати, действительно Шиллингера больше нет. Два представителя сборной Германии остается впереди. Но то, что Зелик тут остался, это очень важно. Ну и вот Лампард, помните, мы с самого начала говорили о том, что нужен кто-то бельгийцам как план Б, и было бы неплохо тут видеть Жилбера, и говорили о том, что Лампард, в принципе, тоже может. Действительно, Лампард оказался единственным из бельгийской команды, кто сейчас в первой группе присутствует. Трентин, конечно, молодец. Не будем забывать, что он действующий чемпион Европы. Но не стесняется он включаться, работать на Илье Вивиани, жертвуя своими собственными амбициями. При том, что они выступают за разные команды, но тут одна большая итальянская команда. Ух ты! Как тяжело сейчас приходится Сенешалю. Потерял немного контакт с группой. Сейчас пытается зацепиться. В принципе, в плане брусчатки у Сенешаля все должно быть более-менее неплохо. И да, садится он на колесо Месгетсу. Асгрин чувствует себя абсолютно спокойно и абсолютно уверенно.
Да, мало кто мог предположить, что этот чемпионат Европы мужской гонки групповой уже за 50 километров до финиша элитная группа сократится до 11-12 человек. Что касается истории чемпионатов Европы, то первый был проведен в 2016 году. И победу на нем одержал Петер Саган, обойдя Жюльяна Лафилиппа и Даниэля Морено. Было это в французском Плюмелеке. Причем длинный маршрут был, 233 километра. На следующий год в датском Хернинге победу праздновал Кристоф, обойдя Эливи Виани и Морено Хофланда. Ну и вот в прошлом году в шотландском Глазго Матео Трентино обошел Матьё Ван дер Пула и Воута ван Аарта. Посмотрим, как закончится сейчас в Алкмаре. Вот любопытно, что до этого все маршруты были за 230 километров, а в этом году протяженность составляет что-то в районе 170. То есть намного сократили и маршрут групповой гонки, и, кстати, длину гонок с раздельным стартом. Ну, если сокращение длины групповой гонки я приветствую, то вот насчет гонок с раздельным стартом, мне кажется, что лучше привычный формат в 40 плюс километров, он более правильный. Очередной круг подходит к концу, а у нас тем временем еще одна небольшая пауза. Возвращаемся мы на дистанцию чемпионата Европы в голландский Алкмар. Менее 4 кругов до финиша уже остается. Голландцы более-менее смогли организовать преследование вместе с норвежской командой. 35 секунд стабилизировалось преимущество отрыва. Практически не растет больше. Но будет ли сокращаться? Конечно, 43 километра – это еще достаточно много. И шансы отыграть все это дело имеются. Но итальянцы выглядят очень организованно. И более того, другие гонщики тоже начали выходить на смены. Тот же Лоулес это активно делает. Видим, что Лампарта ситуация, похоже, вполне устраивает. И тоже он проводит смены. Месгетс, Асгрин, ну вот разве что Лангевельт не работает. И, если честно, смена от Акермана я не видел вместе с Зеллигом, но я думаю, что их тоже текущая ситуация вполне устраивает. Есть два представителя Норвегии, которые охотно включаются в преследование. И сразу 4 гонщика голландской команды. Ну а знаете, при такой организованной погоне, может быть, получится догнать. Единственное, огромное количество поворотов, плюс очень сильный боковой ветер местами сильно мешает вести организованное преследование. Вот такие вот повороты, например. Ждем, наверное, завершения очередного круга. Там более-менее станет уже понятно, какой разрыв. На протяжении всей трассы, это в районе 11,5 километров, достаточно большое количество зрителей вдоль обочины мы наблюдаем.
это опасный участок, но уже привыкли к нему, уже освоились и знают, чего ждать от этого поворота. 32 секунды, но вот потихоньку начали отыгрывать. Вот с графикой какая-то беда у нас случилась. Если честно, мне кажется, что меньше 44 километров сейчас до финиша, потому что в какой-то момент уже 43 показывало. Двадцать девять секунд. Хорошо, отыгрывают. Но параллельно начинают сыпаться сами. В целом, голландцам-то главное Груневегена удержать. Норвежцам главное Кристофа удержать. Совсем немного остается до очередного ветреного участка. Вот этот поворот один из самых популярных с точки зрения скопления зрителей. Тут еще небольшая такая кафешка на берегу канала, где очень удобно многие болельщики расположились. Вот сократили до 28, сейчас снова увеличилось до 31, но в районе полуминуты, иными словами. Ну а с графикой по километражу действительно какие-то странные вещи происходят. По моим ощущениям, сейчас где-то 38-39 километров до финиша. Ну, посмотрим, может быть, стабилизируется все это. Сенешаль охотно выходит на смены. Неужели Демара даже во второй группе нет, что французы посоветовали Сенешалю тут впереди включаться? Да, итальянцы, конечно, выдающуюся гонку проводят. Пока все это выглядит очень здорово, очень слаженно. По сути, единственный, кто в первой группе не работает, это Лангевельд, и его можно понять. Но хватит ли ему этого для того, чтобы потом как-то уехать? Я, если честно, сильно в этом сомневаюсь. Ну вот этот участок с сильным боковым. Видимо, как строится первая группа. Это стандартное построение по диагонали в двойным поездом. Работа при боковом ветре. И посмотрим, как на этот ветер сейчас отреагирует группа преследователей. Насколько они останутся целостными. Тут какое-то агрессивное обсуждение идет внутри итальянской команды. Хотя бы сегодня есть возможность у некоторых болельщиков выйти с флагами, потому что вчера не рисковали они это делать. Вместе с флагом могло унести ветром. И повторюсь, кто, может быть, только сейчас подключился. Вчера, примерно в то же время, что проходила женская гонка, обрушилась крыша местного стадиона в Алкмаре клуба АЗ. Слава богу, никаких событий спортивных там не проходило, ни футбольных матчей, ни концертов. И обрушилась она на трибуны, но никого там не было, никто не пострадал. Но сам факт говорит о том, что ветер вчера был тут просто запредельный. Сегодня тоже приличный, но не такой сильный все-таки.
Еще раз напоминаю, там полный состав первой группы. Трентин, Кансони, Чималай и Вивиани. 4 итальянца. Сенешаль француз, Месгет словенец. Зели Какерман, 2 немца. Лангевельд представляет Голландию. Лампард Бельгию. Рик Башка Словакию. Каспер Асгрен Данию. И Кристофер Лоулес, единственный представитель Британии. Но у нас тем временем сейчас будет еще одна небольшая пауза, после которой вернемся и продолжим наблюдать за событиями групповой гонки у мужчин в рамках чемпионата Европы по велоспорту. Возвращаемся мы с вами на дистанцию чемпионата Европы за 3 круга до финиша. Ну, давайте смотреть, какое сейчас преимущество остается у первой группы. Вообще не такое большое, как было до этого, похоже. Голландцы и норвежцы очень здорово включились и продолжают сокращать разрыв. Посмотрите, остается 21 секунда, это не так много. И вполне возможно, что вновь эти две группы объединятся. Итальянцы уже немного не выводят такого темпа. Другие, видимо, не слишком активно помогают. А вот тут норвежцы и голландцы здорово включились и ведут преследование. Башка выходит на смену. Немцы начали активно включаться, понимая, что вторая группа приближается. Еще одна мощная смена Трентино, но остальные начали оглядываться, и оглядываться уже достаточно часто. Но сейчас приедут сильные соперники. Приедет Груневеген, приедет Кристоф, приедет Беннет, это как минимум. Не знаю, есть ли в этой группе Арно Демар. Как-то французы совсем все посыпались. Но пока еще 16 секунд осталось. Пока еще не добрали. Хотя уже очень-очень близки к этому. Но тем временем окончательно силы сейчас покидают Андреса Скарсета. И одним помощником у Кристофа становится меньше. Голландцы пока держатся. Ну, конечно, тут у себя дома они просто обязаны выложиться на максимум. Ну и вновь взвинтили темп в первой группе. Сейчас это ощущается. И, кстати, тут же вновь начал расти отрыв. 18 секунд сейчас. Прекрасно видят голландцы, где там первая группа находится. В первой группе, соответственно, тоже когда оглядываются, находят глазами преследователей. Но, похоже, в своих силах вполне уверены. Потому что не бросают, а наоборот, только увеличивают скорость. И вот и Мезгица хорошая смена. Ну, повторюсь, только Лангевельд на смены не выходит. Что, в принципе, вполне логично. Кансони на смене теперь. Ну и теперь, собственно, темп как не падал с отметки 80 км до финиша, когда мы включились, так и сохраняется, и только растет с каждым новым кругом.
не обратил внимания, выходит ли сам Ливи Виани на смены, но было ощущение, что да, проводит он их. И вновь 20 секунд. И вновь немножко увеличилось преимущество. Мы видели, что Скарсет уже отстал. Посмотрим, насколько хватит голландцев. Но вот сегодня все есть в этой гонке. Отрывы, эшелоны, преследования. Ситуации, когда до последнего непонятно, догонит или не догонит. Когда вот уже приблизились, и всем очевидно, что вот-вот должны добрать, а потом вновь отрыв начинает расти. Классный старт. Но вот в целом на городской трассе отрыв продолжает увеличивать свое преимущество. На длинных прямых, без очень сильного бокового ветра, преследователи подъезжают. И голландцы в первую очередь инициаторы этой погони. Вот смотрите, по-моему, первые шесть гонщиков сейчас, за исключением, да, нет, со второго по шестой. Вот так вот голландцы. Также два тут представителя Норвегии, работающих на Кристофа. А тут ребята наелись, и это видно по их лицам. Но темп держат, темп сохраняют. И какая же интересная нас ждет развязка. Даже если преследователи не доберут, то наверняка итальянцев, немцев будут атаковать, их спринтеров. Поскольку никто на финиш с Вивиани и Акерманом просто так приезжать не хочет отсюда. А хватит ли сил у их помощников, чтобы эти атаки закрыть? Вот тут есть большие вопросы. И просто незаметно пролетает очередной круг. Очень хорошая скорость и очень яркая и событийная гонка. А вот Давиде Чималай выбывает из группы отрыва. Он свою работу проделал. Он молодец, он хорошо отработал. Он даже дольше, чем от него, наверное, ожидали. Сегодня все силы отдал на команду, и это выглядело здорово. Не знаю, голландцы чем тут недовольны. Скорее, просто сложившейся ситуации, Чималай спокойно возвращался и оглядывался.
Не знаю, а вот чем голландец недоволен? Он мешал им как-то или еще что-то? Ну, глупость какая-то. А тут пошли атаки. Посмотрите, неожиданным образом догонять-то некому. На ровном месте это случилось. Акерман выхватил бачок просто удивительным образом на скорости за 50. Ну а тут Лампард, Вивиани, Акерман. Отличная группа сформировалась, и никто сразу не среагировал. Но мне кажется, что Асгрен, наученный горьким опытом Фландрии и одного из этапов Тур де Франс, где и там он был вторым, должен сейчас самостоятельно быстро накрывать этот просвет, потому что все там смотрят друг на друга, и как такового преследования мы не наблюдаем. Вивиани-то каков? Кто ждал от Ильи вот такой вот атаки? От Трентино, да, но не от Вивиани. А он, смотрите, рвется вперед. Акерман-то мы знаем, что очень разносторонний гонщик, и умеет он в подобного рода этапах показывать свои индивидуальные темповые навыки. Ну, а Лампард просто создан для таких ситуаций, и несмотря на то, что в спринте он и одному, и другому проигрывает, я бы не сказал, что Лампард аутсайдер в этой тройке. Ну что ж, посмотрим, как дальше будет складываться ситуация. Акерман, Вивиани и Лампард уехали вперед. 15 секунд преимущество над второй группой. Пока реклама. Возвращаемся мы с вами на дистанцию чемпионата Европы по велоспорту. Мужская групповая гонка и трио лидеров. У нас остается Вивиани, Акерман, а также Ив Лампард. Их преимущество над одним большим пилотоном теперь составляет в районе 30 секунд. И два круга держаться. Тут голландцы вовсю психуют. Им не очень нравится сложившаяся ситуация. Немцы, разумеется, догонять не собираются. 40 секунд. Но если голландцы не будут догонять, то тут никто не станет. Норвежцы, может, только. Ну вот, вроде как голландцы это начали понимать, вышли вперед. Но 40 секунд – это хорошее преимущество. Даже сейчас в режиме прямого эфира. Дилан Ван Барли уже и так много времени сегодня проработал и продолжаю сейчас вести за собой группу. Но я бы не сказал, что очень организованные действия тут пилотони. И я думаю, у трио очень хороший шанс додержаться до конца. Ну, если честно, если говорить об отрыве, я бы дал 40% Акерману и по 30% Вивиани с Лампардом. У Лампарда слабейший спринт из этой тройки, но это спринт обычный, классический, равнинный. А вот спринт из группы небольшой, из отрыва, в этом Лампард хорош. И тактически он точно не проиграет Акерману с Вивиани. Плюс у Лампарда есть всегда потенциальная атака. Вивиани, наверное, сэкономился лучше остальных, учитывая, как здорово везли итальянцы, и сил у него в ногах много, плюс есть определенный опыт трековых гонок, что тоже может такой ситуации помочь. И хороший финиш. Ну, а Акерман, почему все-таки, на мой взгляд, чуть больше фаворит, это очень хорошая текущая форма.
Это очень уверенный ход ведения борьбы в подобного рода ситуациях. Ну и плюс тоже определенная свежесть, которую он более-менее сумел, на мой взгляд, сохранить за счет присутствия Зеллига и чуть ранее Шиллингера в первой группе. Норвежцы и бельгийцы догоняют. Голландцы немножко отошли на второй план. Ну, точнее, понятное дело, что бельгийцы догонять не будут, но они впереди держатся и мешают, скорее, вести преследование. Асгрен упустил свою возможность проатаковать. Может быть, стоило цепляться. Но принял другое решение Каспер и опять, возможно, останется не у дел. Вот уже почти 50 секунд. Пока все выглядит очень здорово для этой троицы. Голландцев много в этой группе, но, по-моему, сил у них осталось совсем чуть-чуть, и догонять качественно, нормально не получается. Ну вот и вроде как выходит, что в мужской гонке, так же, как и у девушек, уехала тройка, которая разыграет медали с большой долей вероятности. Но насколько же по-разному эти гонки складывались, насколько яркие, событийно и очень интересно проходит мужская гонка, и насколько вчера как-то блекло и однообразно проходила женская. Не в укор женскому велоспорту, который в последнее время бывает даже зрелищнее мужского местами, но просто если сравнивать две гонки. Ну и на то были объективные причины, но об этом не сейчас. Сейчас хочется больше внимания непосредственно на дистанцию. Уже и больше 50 секунд. Это отыграть будет очень тяжело. Практически невозможно. Да, большая группа. Да, достаточное количество желающих вести преследование. Но три сборные мешают. Плюс большая усталость. Плюс не самый комфортный маршрут для того, чтобы вести преследование. Все это накладывается, и получается очень тяжелая погоня. Датская команда отошла немного на второй план. Ну, Асгрену, конечно, надо было за первую тройку цепляться. Это его просчет. И винить, только, наверное, только себя он может. У нас пока еще одна небольшая пауза. Возвращаемся мы на дистанцию чемпионата Европы. Элитная мужская групповая гонка. Паскаль Акерман и Илья Вивиани в Лампард по-прежнему впереди. У трио лидеров 52 секунды преимущества над основной группой. Продолжают они достаточно слаженно и неплохо работать. Ну, кстати, чуть-чуть похуже стала погода в Алхмаре, как бы под финиш дождь не начался, хотя по прогнозу его быть не должно. Преследователи работают недостаточно эффективно. Голландцы, похоже, смирились. Да, они по-прежнему
усилиями одного единственного гонщика ведут преследование. Это Ван Барли все так же пашет во главе группы. Но уже достаточно давно преимущество отрыва не сокращается. И уже совсем мало остается до финиша. Британцы опомнились и тоже начали включаться. Ну и похоже, Кэв пошел самостоятельно работать тут на Лоулеса. Чуть-чуть отыграть получилось. 48 секунд. Но вот кто же из этой тройки? Будет ли Лампорт атаковать заранее? Я думаю, что Вивиани с Акерманом готовы разыграть все это дело в спринте. И как непривычно будет видеть таких ярких спринтеров, разыгрывающих финиш в стиле отрыва, начиная свое ускорение практически с нуля. Ведь тактические игры обязательно будут. Но пока нужно добраться до финиша. Кэв тут вовсю включается. Хорошая смена от Кэвендиша, кстати говоря. Пять секунд за счет этого сумели отыграть, но не более. Вивиани представляет вместе с Лампортом Дикёни Квикстеп, но Вивиани в будущем году будет выступать за Кофидис, в то время как Лампорт остается в Квикстепе, поэтому это не совсем борьба двух напарников по команде за майку. В случае победы Вивиани майка отнюдь не останется в Квикстепе, то есть остаток этого сезона она будет в Квикстепе, а потом окажется в Кофидисе. Майка чемпиона Европы в Кофидисе. Это какая-то утопия. С одной стороны, с другой стороны, вполне реальное стечение событий. Вот у голландцев еще три гонщика как минимум в этой группе. Почему они не хотят включаться? Для меня, если честно, большая загадка. Но Груневеген, да, не выходит на смену. Ну хорошо, но остальные-то чего они ожидают? Лангевельд вроде как относительно свежим должен быть. Но нет. Ну и вот он, звон колокола. Последний круг начинается и для основной группы также. Почти 50 секунд отставания. И, если честно, не похоже, что эта группа способна отрыв нейтрализовать. Даже если бы сейчас они максимально эффективно работали, то похоже, что первая троица должна выстоять и разыграть медали внутри вот этой вот небольшой компании гонщиков. Ну и следим за Лампортом. И Вивиани сообщают разрыв текущий. Ну и похоже, можно говорить о том, что в семье Чикини Вивиани еще одна медаль чемпионата Европы. Ну вот какого достоинства? Елена вчера взяла серебро. Проиграла она Эми Питерс из Голландии. Ну и сейчас особое внимание тут будет, конечно же, на Лампорта. Вряд ли Лампорт будет дергать за 10 километров до финиша. Но вот за 4, 5 или даже меньше, 2-3, это все вполне реально. Ну вот французы подключились, голландцы еще подтянули несколько гонщиков. 42 секунды, немного отыграли еще. Thank you.
Халварсон тут включается также на Кристофа. Но, если честно, все трое смотрятся неплохо, как мне кажется. Обратите внимание на дизайн маек итальянской команды. Я вот только сейчас заметил, что в них все-таки есть карманы, когда полез в один из них Элье. Но они всегда должны быть. Но очень здорово закрыты, достаточно аэродинамично. А Керман какую смену сейчас выдал. Очень недурно. Лампорт абсолютно спокоен. Мы с вами снова на участке, когда у нас километры не убывают, а наоборот почему-то возрастает, по крайней мере, их количество до финиша. Ну и вот тут пошел all-in, ва-банк от голландской сборной. Тут они уже никого не оставляют под развоз Груневегену. Хотя нет, смотрите, кто-то еще и остался. Ну вот 38 секунд. Лампорту тут активно что-то говорят. Что же ему сказали, что он перекрестился потом. Интересно. Но и в хитер, он знает, что тут будет небольшой брусчатый участок. И потом где-то за 1,5-2 километра до финиша еще один. Не то чтобы прямо такая брусчатка, на которую можно спокойно сбрасывать Вивиани Акермана, но можно пробовать. И вновь Ван Барли. И вновь Дилан Ван Барли во главе пелотона. Тут уже отстают сейчас Том Лизер. И вместе с ним выпадает также и Кристофер Халварсон. Но сделали все возможное. Они, отработав на своих капитанов, на своих лидеров, но, возможно, этого будет недостаточно. Ну, я могу вам точно сказать, что меньше 10 километров до финиша остается. Я думаю, что-то в районе 7,5-8. 36 секунд отыграли, да, много отыграли. Но все еще хорошее преимущество у этой троицы сохраняется. Красивые виды и фотографии отличные получатся с этого чемпионата Европы по улицам Алкмара, голландского города, который, как и многие другие, обожает велоспорт. И для людей это большое событие. И вот сейчас выезжают на тот самый участок, где достаточно сильный боковой ветер. Смотрим, что будет. В пелотоне два представителя голландской команды ведут за собой группу. Опять не хватает им людей. Да, сокращают, но недостаточно быстро. Вот он, самый популярный поворот этой гонки в центральной части города. Ну и немцы, конечно же, так злобно показывают операторскому мотоциклу. Говорит, отъезжай, не надо помогать тут хозяевам. Их и так поддерживают и помогают им болельщики. Ну, а тут операторский мотоцикл-то едет позади группы отрыва. И как минимум не помогает в этом плане своим аэродинамическим эффектом. Неплохо сейчас смотрятся голландцы. Какое-то четвертое, пятое дыхание. Но Ван Барли вообще выглядит неубиваемым абсолютно.
пытаются спасти этот этап для Груневегена. Ну а тут и Вианни так косо посмотрел на Лампарта, намекая, что тот как-то слишком много смен не то что пропустил, но немного недоработал в последнее время. И как бы подобные хитрости или прекрасно известны от своего же напарника по команде Deceuninck Quickstep. Вот и Лампард, в свою очередь, тоже отвечает. Говорит, я тоже вас вести не собираюсь. И предлагает Паскалю Акерману выйти на смену. Но немец дружелюбен, миролюбив. И сказал, знаешь, если просишь, то на смену я выйду. И действительно, Акерман достаточно добросовестно работает в этом отрыве. Никаких вопросов к нему возникнуть не может. Длинная смена Акермана. Вивиани тут же выходит, как только Акерман подал знак, что пора бы это сделать. И несмотря на то, что нервничают, все равно продолжают работать достаточно слажно. Ах, хитрец Илья. Видели эту смену, да? 2 секунды впереди провел по-хорошему. И понимает это прекрасно Лампард. Начинает поглядывать на итальянца. Ну а тут, в свою очередь, Себастьян Лангевельд отработал и начинает отставать. Ван Барли в одиночку остается впереди. Ну, это надо просто национального героя Голландии давать Ван Барли. Он сегодня в одиночку пытается вытащить всю сборную. Классно работает и сокращает. 28 секунд остается. В целом-то группа близко. И сейчас такой зрительный контакт установлен, но до финиша совсем немного. Если начнут разбираться между собой чуть раньше времени, то все пропало. Сколько еще готов Ван Барли так проработать? Немцы так догонять не будут, само собой. Ван Барли закончился, и никто на смену выходить не стал. Но вот все, теперь уже точно все. Ну, молодец Ван Барли, но не получилось. Лампард атакует. Акерман пытается ответить. Небольшой просвет образуется. Вивиани у него на колесе, накроют. Ровным темпом, но накроют. Вивиани, конечно, грамотно пользуется услугами Акермана, но Акерман на себе вести Лампарда не хочет, и Лампард уезжает дальше. Ну а что же Илья? Пошел спортовать колеса Акермана, разобрали Акермана. И два гонщика Deceuninck Quickstep уезжают вперед. Акерман понимает, что в ногах сил совсем немного, а Вивиани как легко закрывает эту атаку Лампарда, удивительно даже. Но тут Акерман уже тепленький, все-таки перехитрили его два этих типа подопечных Патрика Лефевера, который прекрасно знает, как вести тактическую борьбу в подобных условиях. И наверняка парочка советов им дал перед началом этого чемпионата Европы. Лампард и Вивиани. Вивиани качает головой, говорит, на смены выходить я не буду, можешь даже не ждать. Лампард, видимо, знает, что это означает. И даже возмущаться не стал. Лампард будет на брусчатке еще атаковать. Давайте смотреть еще раз повтор этой атаки. Акерман выходит на смену. Вивиани тут еще по максимуму пытался воспользоваться услугами Акермана, и только когда понял, что тот не тащит, ускорился сам. Надо сказать, что пришлось прилично Вивиани ускориться, чтобы на колесо Лампарду переложиться. Вот он, Акерман. Сейчас Паскалю будет держать третье место на самом деле, потому что вообще сил в ногах не осталось, похоже.
Ну вот не было бы этих островков безопасности, не было бы вот этих обочин, хорошо вымоченных из асфальта практически. Было бы чуть интереснее. Вивиани прямо по брусчатке обходит сейчас Лампарта. И его тяжело просто на колесе или сейчас сидеть. Оба сильны, но Вивиани выглядит фаворитом сейчас, вот в данной конкретной ситуации. Лампард оглядывается и понимает, что, наверное, золото сегодня ему не видать. Но верит он в последний оставшийся шанс. Это спринт. Но для такого спринта у него очень неприятный соперник. Вивиани, который еще на треке, прекрасно знает, как в таком матчевом спринте разбираться. Пусть это далеко не его специализация, он наоборот. Более темповой гонщик, вот многодневный гонщик в рамках трека. Многоборец в том числе, победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро в Омниуме. И вот сейчас Илья Вивиани в шаге от того, чтобы еще один крупный титул занести себе в Пальмарес, звание чемпиона Европы. Лампард против Вивиани. 200 метров. Открывает спринт Лампард из последних сил. Вивиани уверенно на колесе. И Илья Вивиани приносит Италии золотую медаль чемпионата Европы. Становится чемпионом Европы. И майка эта уедет на следующий год в Кофидис. Потрясающе. Ну и золото-серебро в семействе Вивиани Чекини. Акерман в итоге третий, бронза Германии, ну а Илья красавец. Я думаю, сейчас Лампард поздравит его, безусловно. Спринт за четвертое место, но кто бы сомневался, что его Кристоф заберет, да? В таких гонках Кристоф всегда забирает спринт не за первое место. Это уже классика. Ну, классная гонка. Сегодня просто шикарная гонка. Трентин поздравляет Вивиани. Майка чемпионов Европы остается у итальянцев. Они сегодня были лучшей командой. И, наверное, заслуженно, что так все и завершилось. Консони тоже доволен, безусловно. Он на следующий год вместе с Вивиани в Кофидисе будет. Будет возить эту майку чемпиона Европы. Результатов, хотя более-менее все понятно, но пытался Лампард из последних сил что-то придумать, но посмотрите, насколько быстрее Вивиани. Он сегодня был сильнейшим, он сегодня был хитрейшим, он сегодня был из самой сильной команды. Ну, а Акерману надо набираться опыта. Мне кажется, его в первую очередь ему сегодня не хватило. Но у нас пока небольшая пауза, после чего вернемся и будем подводить итоги. Что ж, Илья Вивиани, победитель чемпионата Европы по велоспорту. Вот Дайнеза выиграл в категории до 23 лет. Вивиани выиграл в элитной гонке. Вот не знаю, кому именно посвящает эту победу Вивиани, но палец поднятый вверх, возможно, тоже посвящает Бьоргу Ламбрехту.
Ну вот тут же получает поздравления Вивиане. Мы видели, что чуть позже к нему и Елена Чекини подошла. Смотрим итоговые результаты. Вивиани, Лампард, Такерман. Да, Кристоф выигрывает спринт за четвертое место. Морков пятый, Беннет шестой. Далее Трентин, Месгетс, Демар и Руйгер Зелик замыкает десятку сильнейших. Слушаем интервью Вилли Вивиани. Поздравляем. Ты победил. Да, потрясающе. Мы, мне кажется, абсолютно другую тактику предприняли, чем думали изначально сегодня с утра. Мы видели, что сильный ветер, мы видели, что другие команды не так внимательны и не так сильны, и хотели этим воспользоваться. Непростые брусчатые секции, как раз таки ветер. За 6 кругов до финиша мы решили, что самое время еще просеять эту группу, и в итоге это было правильное действие. И последние круги это все касалось тактики и того, что осталось в ногах. Но, мне кажется, мы достаточно грамотно тактически отработали, и, слава богу, у меня силы в ногах действительно и были. Я примерно в похожем стиле итальянский чемпионат, кстати говоря, выигрывал, и я не в первый раз уже подобное предпринимаю, но, конечно, это потрясающе, не очень рад. Гамбург у меня следующее расписание. Ну, наверное, большая цель, и потом я немножко отдохну. Ну, видимо, теперь еще немножко слов на итальянском. Говорит о том, что красивая победа, которой он очень доволен, то, что он очень доволен тем, как все сложилось. То, что, ну, в принципе, то же самое. Говорит о том, что гонка очень много зависела от тактики. Мы использовали свои возможности, нашли момент, когда нужно было предпринять атаку. Ну и в конце мы с Лампардом сумели атаковать, отъехали от Акермана, который был моей главной угрозой в спринте, и я сумел победить. Вот ни на секунду колесо Лампарда не отпустило, и дальше смотрите, какой спринт. Лампард, наверное, максимум выжил из сложившейся ситуации. Для бельгийцев гонка изначально не складывалось из-за обидного прокола Мерлира и то, что он в итоге не сумел побороться. Но вообще, при таком сценарии, если честно, не знаю, как бы тут Мерлир выглядел. Оказался бы он в этой первой группе, и, скорее всего, нет. Итальянцы распорядились просто идеально. Ситуации, на мой взгляд, абсолютно заслуженная победа в этом плане. Даже не сколько Вивиани, сколько в целом всей сборной. А вот это как раз стадион Алкмара. И вот правая часть, та самая крыша, которая вчера обрушилась в результате ветра. Стадион футбольного клуба АЗ. Вот как раз с Еленой Чекини что-то обсуждает Вивиани.
Ladies and gentlemen, may we have your attention, please, for the award ceremony of the European Championships. Ну что ж, начинается церемония награждения. Давайте посмотрим. Но Такерман с Лампартом что-то обсуждают. Лампард обдумывает, где он, может быть, допустил неточность. Но все уже в хорошем настроении. Все уже что-то обсуждают. Ну, я думаю, все довольны медалями. Итальянцам важно было взять именно золото, ну а Лампард и Акерман, учитывая, как складывалась гонка, может быть довольны и серебром с бронзой. Третье место и обладатель бронзовой медали, представитель команды Германии, гонщик команды Бора Хенсгроя, Паскаль Акерман. Пока еще молод немец, 25 лет, ему всего-навсего набираться, опыта будет, и наверняка это не последняя его медаль в соревновании сборных. Второе место и обладатель серебряной медали, гонщик, представляющий Бельгию и команду Deceuninck Quick-Step, Ив Лампард. Ну и так же, как в молодежной гонке выиграл Альберто Дайнезе, так же и во взрослой победителем, обладателем золотой медали становится итальянец, ныне представляющий Deceuninck Quick-Step. В следующем соревновании будет представлять он Кофидис Элия Вивиани. Весь ближайший год до следующего чемпионата Европы Вивиани пробудет в белой майке с желтыми звездами чемпиона Европы. Мне кажется, Лампард все-таки немного расстроен тем, как все сложилось. Сейчас еще, разумеется, цветы, какие-то сувениры, возможно, будут вручены. Ну а сейчас национальный гимн Италии. В честь победителя Элия Вивиани.
что ж, гимн Италии в честь Лео Вивиани исполнен. Ну, а сейчас все трое медалистов на верхней ступени пьедестала. Традиционное фото. Ну, совсем, да, как-то неприветливые Лампард и Вивиани, несмотря на то, что за одну команду выступают. Can they ask the riders to go down forwards to the Dutch jeans, please? Ну, Акерман всему доволен. Со всеми дружит. Приятный очень парень. Посмотрим, я думаю, что у него-то в карьере побед еще очень-очень много будет. Kaasmeisjes van de Kaasstad Alkmaar, die de afgelopen weken zeg maar alle prijzen hebben uitgereikt. Zij waren onder andere de gastvrouwen van deze Europese kampioenschappen wielrennen op de weg hier in Alkmaar. Nou, dat is zo. Что это, сыр, да, наверное? Такое фото тоже предусмотрено. Ну а что ж, на этом сегодняшняя наша трансляция, трансляция чемпионата Европы по велоспорту, подходит к концу из Алкмара. Я думаю, что вы тоже получили удовольствие от просмотра этого шоу на территории Голландии, которое проходило в течение почти всей недели, такой же, как и я. Но впереди у нас еще одна богатая на велосипедные события неделя. На следующей неделе Бинбанг Тур, арктический тур Норвегии, тур Юты, который наш телеканал, безусловно, покажет. Ну а на сегодня все. Для вас работали звукорежиссер Анастасия Кольцова, ваш комментатор Атарман Мучашвили. До новых встреч. Пока.